Девочки. Девочки. Блин, Сергей, он 5 минуточек. И... Женя, Женя, это я, папа. Папа. Кричите, кричите, мне этого так не хватало! Я, простите меня, я так перед вами виноват! Пап, мы тебя простим, только ты и нас должен простить! Да, а за что вы такие же мне самые лучшие? Ну, за то, что я месяц на географию не ходила и еще месяц не собираюсь ходить. Папа, ты меня прости, что я с твоего телефона подружке в Америку звонила. Пожалуйста, Маша, хоть каждый день. Да, каждый день. А меня прости за разбитое окно в школе. Разбила? Так это ж на счастье! Ой, придумал, я знаю же! Пап, меня прости, пожалуйста, за то, что я подожгла ящик для газет! Когда? Чей? Наш, только что!